Это рецепт всех успешных людей. Ставит маленькую цель. Маленькая цель – это отличие всех успешных и всех богатых людей. Я вам так скажу, это не только богатых людей. Такой же навык у всех успешных людей во всех сферах человеческой деятельности, во всех. Начинать с маленького. В исламе говорится, всегда начинайте с маленького. Второе, начинайте только то, что никогда не бросите. Это в исламе говорится. В кайдзен говорится. Кайдзен это процесс непрерывного, постоянного, постепенного совершенствования. Что происходит? Человек достигает цели. Вот кубок. Успех. Да, он маленький. Но в нашем подсознании не существует, вот наше подсознание не понимает размер цели. Для него, если ты отметил галочкой, тум, выполнил, выброс эндорфинов идет, потому что я изучал и гормоны, как работают на мозг. Идет выброс эндорфинов, а эндорфин это гормон, который отвечает за достижение цели.